Тогда начнем. Насколько я знаю, у нас есть тут один брат. Вы, да? Да. Вот. Поэтому, если я буду говорить местами что-то странное, и так как я не врач, все-таки биолог, физик даже больше, то местами могу говорить чем-то не то. А значит, собственно, ну, нашу лабораторию вы уже все видели. У нас очень большой состав, примерно там где-то 60-70 человек, большая часть из них магистра, но есть и преподаватели более, скажем так, солидного возраста. Группа наша, вот, собственно, сбоку, совсем небольшая. Занимаемся мы, как я уже сказал, различными магнитными коллоидами и системами магнитной доставки препаратов. Ну, в частности, вот тот проект, который завершается в этом году и шел на протяжении последних 3 лет, это то, что связано с тромболитиками, адсорбированными на наночастицах магнетита. Значит, давайте немножечко предпосылок вообще по поводу тромбоза сердечно-сосудистых заболеваний. Значит, ну, сокращенно сердечно-сосудистые заболевания – это ССЗ, как бы. Вот. Являются лидирующей причиной смертности вообще во всем мире. По разным данным, плюс-минус где-то 50-60% людей умирают именно от них. То есть, если посмотреть статистику за какой-нибудь 2015 год, то примерно в мире умерло 40 миллионов человек. То есть, не от раковых заболеваний, не от каких-то других, именно от сердечно-сосудистых. Среди этих заболеваний основная группа связана с заболеваниями, которые приводят к образованию тромбов в коронарных ли артериях, в артериях ли головного мозга, или, может быть, даже в венах, в глубоких венах конечностей, или в сонной там артерии, даже в аортах бывает. Собственно, есть несколько механизмов базовых, понятно, что их там очень много, но, тем не менее, есть несколько базовых принципов формирования тромбов. То есть тромб может образоваться в месте повреждения, например, физического, то есть, ну, там, от удара или от еще чего-то, от перегиба, может быть, какое-то особое строение у вас костей, вы там резко повернулись и повредили себе сонную артерию. Бывает и такое. Тромбы возникают на местах разрыва атеросклеротических бляшек, то есть это тоже одна из таких лидирующих самых опасных причин, то есть атеросклеротическая бляшка, которая вот здесь, сейчас посмотрю, получится ли у меня указку. Указкой показать. Ну, да, то есть атеросклеротическая бляшка, по факту, если совсем просто сказать, это разрастание жировой ткани в сосуде, во внутренней стенке, которая приводит к перекрытию, соответственно, артериального русла. Если эта бляшка, у нее достаточно тонкая вот эта вот фиброзная шапочка такая, если эта бляшка разорвется, то на месте разрыва этой бляшки, как, в общем-то, ну, на месте любого повреждения, возникает тромб, который, если сосуд еще не успел закрыть бляшку, и этот сосуд закрывается тромбом, ну и, соответственно, если это произошло, например, в сонной артерии, то ваш мозг перестает получать кровь, ну, а это понятно, к чему приводит. Есть несколько способов базовых борьбы с тромбозом. Если разделить их совсем грубо, я не буду сейчас прям совсем в какие-то подробности вдаваться, потому что они нас не очень так интересуют сегодня, то основные методы — это или хирургический метод, когда тромб тем или иным способом удаляется из сосуда, или в некоторых случаях это как раз тромболизис, то есть растворение этого самого тромба. Для того, чтобы вы представляли, что из себя представляет первый метод, здесь все нормально переносят разные всякие картины крови, вот. Но здесь пока что не будет, будет дальше. Здесь, по-моему, небольшое звуковое сопровождение есть, но не суть. Да, оно не воспроизводится, неважно. Значит, один из методов физического удаления тромба из сосуда производится при помощи, ну, если так сказать, маленького пылесоса. То есть через катетер, там, например, через бедренную артерию или через какую-то другую, в организм пациента заводится длинный катетер с баллоном на конце. Этот катетер может быть, например, 1,5 или 2 метра длиной, причем такие операции иногда проводятся даже под местной анестезией, а не под общей. Как найти тромб в организме уже давно и хорошо известно. То есть это не составляет какой-то большой проблемы, это комбинация методов рентгеноконтрастной томографии плюс УЗИ, то есть где находится тромб, узнать можно даже по симптомам, которые возникают у человека. Затем этот катетер заводится в сосуд, ну вот в частности здесь показана более такая перспективная, скажем, модель,
Но, тем не менее, смысл в том, что сначала заводится первая часть катетера, она блокирует сосуд, потом сквозь тромб заводится вторая часть катетера, подается, соответственно, туда давление, ну, в частности, воздух или газ какой-нибудь инертный, и все это благополучно высасывается. Потом все эти баллоны сдуваются, и, собственно, можно вытащить катетер, и кровоток таким образом восстанавливается. Это хирургический метод, который требует определенного вмешательства, хоть и достаточно малоинвазивного, но тем не менее вмешательства. Если мы, кстати, говорим... Не хочется останавливаться, ну ладно. Если мы, кстати, говорим о атеросклеротических бляшках, которые вот здесь были показаны, ну вот эти вот, которые на левой картинке, то там есть еще два таких относительно, ну, один малоинвазивный, другой более инвазивный метод. Это стентирование и шунтирование. Стентирование, оно немножко вот здесь вот на этом видео, так сказать, есть какие-то общие черты. То есть стент — это маленькая такая сеточка, которая вводится в просвет сосуда, она там расширяется и, соответственно, разжимает, ну, сжимает вот эту бляшку, расширяет просвет. Шунт — это просто искусственный по факту участок сосуда, то есть искусственный сосуд, который заменяет собой пораженный участок. Это если мы говорим об атеросклерозе. Значит, чтобы вы дальше представляли, какого масштаба вообще могут быть тромбы, буквально еще одно небольшое видео, это тромбоз легочной артерии. Соответственно, производится разрез, и вот эта вот огромная колбаса достается, которая длиной, ну, сейчас увидите, да, то есть если пальцем, то есть длиной с палец примерно. Вот. Но это надо сказать, все-таки достаточно крупной артерии, достаточно большой тромб, но тем не менее. Ну, то есть у него была возможность так нарасти, скажем так. То есть, насколько я понял из оригинала, это тромб, который возник после того, как у человека был тромбоз глубоких вен, и, собственно, вот это привело к тому, что у него тромб уже в легком оказался после этого. Значит, второй способ, который с какой-то стороны, ну, он, естественно, менее инвазивен, потому что единственное, что надо поставить, это по факту капельницу, но, с другой стороны, у этого способа есть свои определенные проблемы и сложности. Это тромболитики. Значит, чтобы понимать вообще, как работает, ну, как тромболитики вводят, то есть, если операция по удалению тромба, ну, к ней надо какая-то определенная подготовка, ее нельзя прям так взять совсем и провести. Ну, нет, в некоторых случаях, естественно, экстренная хирургия позволяет это все сделать, но, тем не менее, в некоторых случаях проводить ее нельзя, и тогда применять тромболитики. Тромболитики тоже надо применять очень быстро, в течение нескольких часов после возникновения, соответственно, тромбоза. И для того, чтобы вы понимали, вообще система гемостаза, которая есть в организме, это очень сложная система. То есть система гемостаза, она поддерживает, так сказать, жидкое состояние крови, растворяет те тромбы в организме, которые организму уже больше не нужны. И чтобы вас не нагружать вот этой вот адовой табличкой, потому что здесь, несмотря на то, что известно все, до конца все до сих пор неизвестно. Ну, очень все мелко, конечно. Я думаю, что те, кто близко сидят, может быть, еще видят, но остальные, наверное, не видят. Значит, что вы представляли основные понятия, которые связаны с системой гемостаза и, соответственно, с образованием и растворением тромбов? Понятия основные здесь выделены жирным шрифтом. Это вот фибриноген, тромбин, плазминоген, 13-й фактор свертывания крови и урокиназный тканевый активатор плазминогена. Значит, как это все работает? Образование тромба выделяют, в принципе, три основных пути его образования. Это на месте, например, там, повреждения какого-то. Потом, это вот, сейчас указочку включу, на месте повреждения он образуется буквально там за несколько секунд, все это случается. Собственная система, организм, которая детектирует, есть ли где-то тромб, это время действия примерно минуты. И, соответственно, контактный путь активации тромбоцитов, который занимает тоже минуты, и который основан на том, что тромбоциты просто по факту катятся по кровяному руслу, переносятся, и в том месте, где они видят, например, коллаген экспонирован или еще что-то, они на этом месте тормозятся и, соответственно, образуются тромб. В целом, как все происходит, если прямо совсем упрощенно? Значит, в кровотоке есть профермент протромбин, который так называется.
При возникновении каких-то повреждений этот протромбин под действием, опять же, ферментов и факторов крови переходит в фермент тромбин. Соответственно, вот был тромбин, протромбин, он перешел в тромбин. Значит, в крови, помимо этого, есть плазматический белок фибриноген. Большой белок, который, ну, по факту пока не активирован, не имеет специфической активности, но как только он разрезается тромбином, он превращается в фибрин. То есть ген вот этот вот отваливается, что там плазминоген, что фибриноген, отваливается ген, превращается в фибрин. А сами мономерные нити фибрина поддаются растворению. Но как только на этот фибрин действует 13-й фактор, соответственно, он полимеризуется, появляются в нем такие перекрестные шивки, получается сеть, и эта сеть из фибрина в дальнейшем может быть растворена только плазмином. Причем, чем дольше живет тромб в целом, тем он более устойчив к растворению даже тем же самым плазмином. Значит, теперь подходим, соответственно, снизу. В крови, опять же, есть профермент плазминоген, который там плавает. Не активен, никакой активности не проявляет. И есть две вещи, к которым мы как раз подходим, которые могут этот плазминоген разрезать так, что он превращается в фермент плазмин. Это внешний и внутренний путь. То есть у нас есть в крови какие-то вещи, но можно ввести и снаружи. Внутри что у нас есть? У нас есть уркиназа, которая выделяется, как можно понять, из начального названия, из мочи. И есть клеточный активатор, тканевый, вернее, тканевый активатор плазминогена. Сокращенно значит УПА, уркиназ, плазминоген активатор, и тканевый активатор, это тишу плазминоген активатор. Значит, вот эти два фермента отщепляют от плазминогена часть, и он превращается в плазмин. Помимо этого есть еще стафилокиназа, стрептокиназа. Это ферменты бактериальные. Их тоже, в принципе, применяли, но об этом буквально вот сейчас совсем чуть позже. Вот. И после того, как плазминоген разрезан на плазмин, плазмин может резать фибриновые нити тромба, и тромб распадается на дедимеры, так называемые, то есть на фрагменты, ну и, соответственно, рассасывается. Тромбы, в принципе, бывают разные, то есть те тромбы, которые у нас образуются в организме, но они преимущественно так называемые красные тромбы, потому что в них застревают эритроциты. Если сделать тромб, который будем делать мы в лабораторных условиях, это будет белый тромб. В нем не будет эритроцита, в нем будет только фибрин сплошной, потому что мы его будем делать из плазмы крови. Значит, что связано с тромболитиками, какие недостатки и почему вообще необходимо их, собственно, ну, как-то улучшать каким-то образом. Значит, существует три поколения тромболитических препаратов. Первое поколение – это урокиназа и стрептокиназа, которые были открыты там плюс-минус 50-60 лет назад. Значит, второе поколение активаторов, ну, вернее, тромболитиков – это тканевые активаторы плазминогена, которые были открыты плюс-минус 30 лет назад. Вот. И уже с учетом новых достижений там, генной инженерии, ну как новых, относительно новых, примерно где-то 20 лет назад появилось последнее поколение тромболитиков. Это рекомбинантный активатор плазминогена. То есть, если просто тканевый называется ТПА и в основном производится под торговой маркой Альтеплаза, то третье поколение это там РТПА или ТНК-ТПА, это Тинектеплаза и Ретеплаза. Если сравнить между собой второе и третье поколение тромболитиков, то согласно большим таким клиническим исследованиям, статистическим разницам между ними 5-2-6%, если мы говорим об эффективности или там о числе летальных исходов после лечения. Вот. Естественно, они лучше уракиназы и стрептокиназы, которые сейчас практически уже не используются. Ну, стрептокиназа-то точно, потому что она еще аллергию вызывает, вдобавок ко всем остальным негативным эффектам. Вот. Но есть одно значительное затруднение, и это затруднение оно в большей степени касается, как это не печально, стран бывшего Советского Союза, потому что и ТПА, и РТПА, и ТНК-ТПА стоят очень много. То есть, если Альтеплаза еще более-менее доступна и стоит 26 тысяч за инъекцию, то ТНК-ТПА есть даже, ну, может быть, в Москве в каких-то совсем топовых клиниках и стоит 75 тысяч за пузырек. То есть, в принципе, одного пузырька как бы достаточно для того, чтобы купировать эффекты и растворить тромб. Но для сравнения, уракиназа стоит 3 тысячи за одну инъекцию. Гепарин уже не действует? Про гепарин вот буквально два слова вперед. Значит,
Какие есть негативные эффекты тромболитиков? Понятное дело, что они активируют плазмин, который режет фибрин не только там, естественно, где ему надо резать, а режет везде. В организме человека так или иначе где-то есть маленькие тромбики, возможно, какие-то внутренние разрывы сосудов происходили или еще что-то. И если эти тромбики, которые в данный момент организму нужны, растворятся, то может случиться много чего нехорошего. Вплоть до геморрагического инсульта, который обычно приводит к смерти пациента. Ну и плюс текущие последствия, типа там кровотечение из места введения этой самой уркиназы, ну и тому подобное. То есть самый главный побочный эффект введения тромболитиков – это кровотечение, в том числе внутреннее кровотечение. Смертность достигает примерно, по разным данным в разных странах, от 4 до 10%. То есть выбор обычно такой, или мы пытаемся, там, например, предположим, пожилой пациент, или мы его режем, и он может там не перенести операцию, или мы вводим тромболитик, и тут тоже неизвестно, что может произойти. То есть это большой риск в любом случае. Если уже заикаться об операциях, то в России примерно 200 тысяч человек в год так или иначе нуждаются в проведении таких операций, но реальное количество, естественно, намного меньше. То есть не хватает, в основном не хватает рук, по большому счету. То есть наш один из главных коллабораторов из Санкт-Петербургской Мариинской больницы, академик, доктор медицинских наук, кардиолог Иван Петрович Дуданов, в год делает 1000 операций, например. Вот. Таких, как он, в стране не очень много. То есть понятное дело, что очень много людей недополучают то лечение, которое им надо, по разным причинам. Ну и, собственно, подводя к дальнейшему слайду, разработка методов, которые позволят более таргетно воздействовать на тромб, при этом каким-либо образом снизит вот эти вот опасные побочные эффекты, которые, ну, понятно, 4% немного, но если мы там вспомним 40 миллионов людей вначале, да, и даже если там половине из них нужна операция, то это уже получается несколько сотен тысяч человек, которые умерли от действия там тромболитиков, например. Хотелось бы, чтобы это все было меньше, а еще лучше, чтобы это было и дешевле, и проще. А значит, переходим к тому подходу, соответственно, который мы реализовали у нас в лаборатории, которым будем реализовывать с вами завтра. Значит, тромболитические наноагрегаты на основе магнитных наночастиц и уркиназы. Значит, какой принцип лежит в основе, для того, чтобы понимать, что мы завтра будем делать? У нас есть магнитные наночастицы, которые сейчас там как раз отстаиваются, отмываются. Эти магнитные наночастицы будут по окончанию синтеза иметь большой положительный заряд. Мы завтра будем иметь заряд наночастиц, для тех, кто не знает там, что такое Z-потенциал и тому подобное. Просто скажу условно, что у каждой наночастицы есть так называемый поверхностный заряд. Он не совсем на поверхность, там двойной диэлектрический слой, но не суть. Он у них положительный, очень большой, плюс 36 мВ, это нормально. Но есть проблема в том, что уркиназа просто так на эти наночастицы не налипает. То есть, немножко я сбежал вперед по поводу синтеза. Сам концепт сначала важен. Значит, если мы сможем управлять уркиназой так, что мы направим ее именно туда, где находится тромб, то мы как минимум сможем снизить те побочные эффекты, которые случаться во всем остальном организме. То есть она не будет нигде плавать по кровотоку, не растворит какой-нибудь вам где-нибудь тромб в мозге там, необходимый вам, у вас не случится еще там инсульт дополнительно. Вот. Как можно это сделать? То есть какие вот, кто-нибудь из вас знает методы, которые сейчас используются в так называемой модной таргетной доставке? Магнитное поле. Ну вот магнитное поле, да. Mm-hmm. Какие в основном концепции используются? Антитела есть, да. Нельзя просто взять артерию, катетер, призывать, доставить прямо до тромба, ввести лекарство. Можно. Можно так сделать, но проблема в том, что скорость кровотока, ну, например, в сонной артерии, где-то порядка 125 сантиметров в секунду. То есть сердце, да, врач может поправить, сколько сердце прокачивает, за сколько секунд весь объем 5 литров крови? За полминуты примерно. Ну, примерно да. То есть мы вводим в сонную артерию, через полминуты у нас она по всему организму распространяется. То есть если ее не ловить,
Так делают сейчас, как бы, ну, опять пытаются сделать вот эту таргетность в противоопухолевой терапии, пытаются тоже там в опухоль привести, но за счет большой скорости кровотока все это распространяется опять по организму, и вот мы приходим к тому же, от чего ушли. Вот. Поэтому хотелось бы вот ее именно ловить вот в месте этого самого тромба. Значит, какие еще есть методы, в принципе? Иммунотерапия. Ну, иммунотерапия – это с помощью своих собственных иммунных клеток. Вот. Но с тромбом так не прокатывает, потому что, как бы, ну, что там будут... Там есть, конечно, там и лейкоцит, нейтрофилы, там много чего есть в тромбе. Мы потом, кстати, посмотрим на это даже. Но они, как бы, вот, ну, не растворяют вот этот вот фибрин. Помимо всего прочего, есть еще разные таргетные методы. Но... Вирусы. Ну, нет, ну вирусы, да, как бы, ну, то есть антитела — это хороший метод, но он обычно дорогой. То есть получить антитела на что-то — это очень сложно. Здесь, например, к чему можно сделать антитела? Можно сделать их к фибрину. Но проблема в том, что фибрин и фибриноген в своей сути отличаются куском альфа-цепи. То есть фибриногены там, ну, знаете, как белки устроены из, соответственно, ну, из домена. Грубо говоря, вот. И вот это вот альфа-цепь режется, поэтому очень сложно подобрать так или иначе какое-то антитело, плюс иммунный ответ, который возникает у человека на введение антител, ну, это меньше изол, если сравнить с геморрагическим инсультом, естественно. Вот. Есть еще методы, основанные, например, там, ультразвуковое воздействие, то есть мы можем вскрывать нам частицы ультразвуком именно вместе с тромбой. Есть методы, основанные на световом воздействии, то есть там лазером посветить, но ткани человека, они непрозрачны для большинства длинволн, кроме там инфракрасного света. И то на несколько всего сантиметров, даже не сантиметров, миллиметров, по большому счету. Поэтому если это где-то внутри глубоко, то мы туда, ну, можно попытаться ультразвуком, но это если только, опять же, вводить зонд, например, и ультразвук, опять же, оказывает, ну, повреждающее действие на стенки сосудов, соответственно, могут еще образоваться разрывы, какие-то тромбы. Поэтому магнитное поле, оно как бы получается самое малоинвазивное из всех. Конечно, очень мощное магнитное поле может действовать даже на гемоглобин, и там притягиваются эритроциты, но нам такое не нужно. Значит, что еще позволяет сделать наночастицы? То есть, в принципе, основной базовый концепт, который выигрывает и здесь. Представьте себя на месте уркиназы. Значит, плывете, вот по кровотоку плывете. Вот. А в кровотоке, помимо этого, значит, 5 грамм макроглобулинов плавают на литр крови. Значит, ингибитор уркиназы плавает, какой-нибудь еще клеточный ингибитор там фибринолиза. А вас всего ввели там, не знаю, там, ну, предположим, несколько миллионов молекул, а у вас тут, ну, не знаю, там 100 миллиграмм, а тут 5 грамм ингибиторов, значит. Естественно, время жизни средней уркиназы в кровотоке 10-15 минут. Это еще одна большая проблема, поэтому... Все вот эти вот осложнения, которые они происходят, даже не просто от того, что она там такая опасная, из-за того, что ее вводят даже, ну, не несколько минут. Ее вводят, как говорят, болюсно, то есть большим сразу объемом. Вот, и вводят ее еще вместе дополнительно с гепарином. Вот. Значит, что делает гепарин? Гепарин, по факту, это антикоагулянт, и он вводится или вместе, или до, смотря кто как делает. Обычно иногда он вводится сразу, если у человека что-то произошло, бахается там 15-20 тысяч единиц этого гепарина. Активность вообще всех таких вещей обычно меряется в единицах. То есть уракиназа тоже в единицах меряется. А если обратиться к ГОСТу, одна единица активности уракиназа — это ее, по-моему, способность растворять какой-то объем тромба при стандартных условиях при температуре 37 градусов за сколько-то минут. Вот. Но гепарин напрямую сам не обладает фибринолитической активностью, то есть он не растворяет тромбы, он только не дает образовываться новым, по факту он работает в паре с антитромбином, то есть он активирует, соответственно, его, и получается, что тромбин перестает так или иначе, ну, выполнять свою функцию, просто он инактивируется. Вот. То есть гепарин — это для того, чтобы не случилось, ну, то есть уракиназа, опять же, уракиназа растворяет тромб, частички этого тромба, если там вдруг пошел лизис очень быстро, могут полететь дальше, и чтобы, ну, то есть, если человек появился тромб, значит, у него уже что-то не так с кровью, значит, у него уже какой-то гиперкоагуляционный там синдром, или просто у него, хоть, может быть, даже наследственное это все. Чтобы ничего не случилось дальше, вводит газгепарин. Значит, про гепарин закончили, но потом еще немножечко скажу.
Значит, поэтому, возвращаясь к нашим, соответственно, наночастицам, что в них и как? Значит, сами наночастицы, я, кстати, не договорил по поводу еще локального действия, на... летите вы по кровотоку, вы урокиназа, значит, летите вы, летите, и тут вас ингибировали, все. На этом все закончилось. До тромба еще лететь и лететь, а вы уже ингибировались. Значит, как работает локальное увеличение концентрации? Теперь представьте, вы огромный наноагрегат, 100 нанометров. На вас 10 тысяч молекул уракиназа. Вы летите по кровотоку, как из пушки, соответственно. У вас уже момент инерции даже появился. И тут к вам поплывает макроглобулин, 40% уракиназа у вас на поверхности сразу захватывает. Но вы летите дальше, и вы влетаете с размаху в этот тромб, и у вас еще 60% уракиназа осталось, и вы этот тромб тик-тик-тик-тик и разрезаете. То есть, конечно, наночастицы облепляются тоже очень сильно в кровотоке разными всякими фагоциты их, макрофаги, кто их только не жрет, чем они только не фильтруются, но, тем не менее, локально, если эта наночастица успела доплыть, особенно если мы ее, кстати, введем близко где-нибудь к тромбу, то эффективность за счет вот этого возрастает в разы, особенно если мы ее еще и магнитом там поймаем, если она еще мимо не пролетит. Значит, а теперь переходим к наночастицам. Таким образом, нам надо сделать что? Нам надо взять уракиназу и как-то ее посадить на наночастицу. Но проблема в том, что у них одинаковый заряд. Я думаю, что из физики все помнят, что ну, не садится одно на другое, они будут отталкиваться. Как посадить? Причем сделать не просто вот, ну, прицепить ее абы чем называется, потому что абы чего это полно в химии. Прицепить так, чтобы это еще было и полезно с точки зрения ну, чего-то там политического. И тут мы опять вспоминаем гепарин. Гепарин заряжен отрицательно, очень сильно отрицательно. И когда мы смешиваем, соответственно, вот этот первый шаг, когда мы смешиваем наночастицы с гепарином, они немножко, конечно, агрегируют, то есть слепляются вместе, но тем не менее у них становится отрицательный заряд на поверхности. И потом, когда мы добавляем туда урокиназу, получается, они еще немножко агрегируют, то есть размер так или иначе увеличивается. Если у исходных наночастиц, вот эту вот сканирующую электронную микроскопию, мы завтра будем снимать, не факт, кстати, вот что-то указку пропал, но, блин, все зависло. На изображении Е показана сканирующая электронная микроскопия, на нашем микроскопе мы, наверное, так качественно не сделаем, но по крайней мере покажем. То есть размер наночастиц магнетита где-то около 10 нанометров, плюс-минус. Блин, презентация зависла, ну ничего страшного. Вот, после того, как мы их покрываем, соответственно, гепарином, потом урокиназой, вот на G-картинке, примерно то, как они начинают выглядеть. В принципе, ничего не меняется, но видно, что у них увеличился как минимум размер по скейл-бару видно. Плюс они стали немножко такие лохматенькие. Естественно, мы не увидим на их поверхности урокиназу, это надо совершенно другие методы привлекать. Но, тем не менее, вот эти вот гистограммки, кстати, мы тоже будем снимать. Это гистограммы динамического светорассеяния, это метод изменения размеров наночастиц. Ну, по факту, гидродинамического радиуса, но это все завтра. Значит, одна интересная особенность, которая связана с получением этих конъюгатов, заключается в том, что у урокиназы есть сродство, я все-таки закрою, потому что у меня все зависло, у урокиназы есть сродство гепарин. Значит, в чем оно заключается? Так, презентация. Во-первых, это электростатическое связывание, понятно, плюс на минус просто притягивается. Плюс у урокиназы есть так называемый крингл домейн, это такая крингл штука. Вот. И у этой штуки есть сродство специфическое к гепарину. Согласно некоторым данным литературным, полученным, правда, давно, но тем не менее новых нет, ну и мы, собственно, эти старые данные подтвердили, урокиназа, вернее гепарин, ингибирует урокиназу. Это достаточно интересно, учитывая то, что их по раздельности практически не вводят, но тем не менее... Что есть, то есть. То есть происходит ингибирование частично урокиназы. Понятное дело, что вроде по раздельности вводить нельзя. И вместе мы ну, проигрываем в эффективности. Но, как показали наши исследования, вот тот способ конъюгации, который используем мы, не приводит к ингибированию урокиназы, когда она, соответственно, садится вместе с гепарином, если сравнивать эквивалентные концентрации без наночастиц. Ну, то есть, такая небольшая, так сказать, победа. В результате вот этот вот финальный агрегат получается и обладает и антикоагуляционным действием, и тромболитическим сразу. И плюс еще магнитонаправленный, и плюс еще локальное увеличение концентрации. То есть комбо, в общем, 4 в 1.
как, если теперь мы посмотрим, соответственно, немножко уже дальше, это уже все до этого было условно такое фундаментальное, сейчас мы переходим немножко к прикладным вещам, которыми частью из них мы тоже будем заниматься в четверг и в пятницу. Значит, что у нас здесь? Необходимо для проверки любого препарата, так или иначе, пройти, если грубо опять же говорить, два шага. Это инвитро или проверка где-то там в проверке на какой-то модельной культуре или в эксперименте, инвиво. Обычно это подразумевается проверка на животных, а дальше уже клинические исследования, которые, в принципе, конечно, тоже можно грубо инвиво назвать, по факту в живом организме, естественно. Вот. Как можно это делать? Вот здесь, например, на картинке Б приведено изображение, это схематическое изображение так называемого тромболитического покрытия. Мы такое делать не будем, но, в принципе, здесь нет ничего сложного. Вот тот конъюгат, который мы с вами делали, будем делать завтра, вернее. Его можно нанести на поверхность, и на этой самой поверхности он также будет сохранять свою активность, при этом поверхность приобретает тромболитические свойства. Особенно это актуально, например, для покрытия тех же самых стентов, про которые я говорил. То есть у стентов очень большая проблема в том, что сквозь них бляшка, а внутренняя стенка сосуда, так называемая Т-интима, она начинает прорастать внутрь и происходит, в общем, растеноз, то есть сосуд опять зарастает. Вот такое тромболитическое покрытие не дает разрастаться, и вот DEF это процесс лидис тромба. Вы видите, на D там очертания у него еще есть определенные, на F практически нет, то есть он распадается на отдельный фрагмент. Это вот тромб, лежащий на этом покрытии, так сказать. Вот. Причем наночастицы так или иначе, они немножечко проникают в тромб. Это тоже большая проблема, потому что тромб не имеет внутри себя ни сосудов, ничего. Это просто переплетение, то есть паутину, в которой застряли еще и форменные элементы крови. Естественно, если он особенно еще и очень плотный, то лекарствам сложно проникнуть внутрь тромба. И обычно они лизируют его только снаружи, а потом, когда они подходят уже внутрь, там они ингибировались, а тромб уже старый и уже, в общем, все сложно это делать. Но вот, как показывают наши эксперименты, тромб даже начинает притягиваться к магниту после того, как он проинкубировал с магнитными наночастицами. То есть они обеспечивают некоторое пенетрирующее действие, что повышает эффективность тромболизиса. Здесь главная концепция, которую я до вас хотел здесь донести, это то, что, как нам оценить эффективность нашего препарата после того, как мы его получили. Это потому что важный вопрос. Казалось бы, все очень легко, взял там, возьми тромб и вот возьми препарат, что ты с ними сделай. Что с ними сделать? То есть, как какую-то такую стандартизированную систему сделать, в которой можно было бы экспресс оценивать, что ты натворил. То есть, может, констатацию рокиназа поменял, или стрептокиназу взял, или там не магнитные частицы, а какие-нибудь другие, или размер другой. Каждый раз это надо тестировать. То, что будем делать мы с вами, я вам показываю наши результаты, соответственно, вы получите свои результаты. Надеюсь, что они у вас получатся. Это система, которая по факту в некотором смысле эмулирует крупный достаточно сосуд, по диаметру, если самая ближайшая, это сонная артерия. То есть эта установка, она стоит у нас как раз в магнитной лабе, мы к ней в четверг, наверное, подойдем. По факту просто перистатический насос, который перекачивает жидкость по силиконовым трубкам. Часть из этой силиконовой трубки, как на снимке Б, показана под микроскопом. Там можно будет наблюдать и тромб, и накопление магнитных наночастиц, если кто особо глазастый. И если нам хватит времени, даже сравним эффективность с магнитом, без магнита, но я надеюсь, что хватит. То есть это один из вариантов. Как это выглядит под микроскопом, небольшой спойлер сделаю, но тем не менее, ладно. Смотрите уж. Сверху, соответственно, это урокиназа с магнетитом и с магнитом, все обозначения приведены. Снизу это чистая урокиназа, то есть тромб выделен белым, вот его видно. Здесь контраст, конечно, хуже, чем на экране, но тем не менее. Время здесь ускорено примерно, по-моему, 8 раз. Достаточно плохо видно, но... сейчас я мукалочку включу. То есть видно, что вот здесь тромб, он продолжает лежать, а вот здесь исходный тромб, который был вот такой вот, он уже практически вот здесь не виден, и растворяется. Но контраст не очень на проекторе, но тем не менее. То есть мы будем делать примерно то же самое. Если посмотреть уже на конкретные картинки, то в принципе здесь видно, что... Что-то видно, ничего не видно. Не буду больше я включать указку, потому что от нее зависит презентация.
Просто чтобы вы представили, какие есть методы. Методы есть. Вот, ну ладно. Сейчас тогда, пока он отвиснет. Так, отвисло. Вот, на картинке Б, соответственно, видно динамика растворения этого самого тромба. То есть вот у ракиназа синий график. Видно, что линейное уменьшение площади тромба, а с магнитными наночастицами падает и площадь по экспоненте. Ну, магнит немножечко увеличивает эффективность, но здесь основная сложность заключается в том, что на данный момент в клинике никаких магнитных приборов, которые могли бы управлять в организме наночастицами, нет. Поэтому разработка как бы вот этих препаратов, она еще завязана на том, что необходимо будет в дальнейшем и прибор такой разработать. Есть еще некоторые методы, связанные с изучением динамики тромболизиса. И в этом нам помогали из Москвы наши коллеги из Института Рогачева. Это прибор от фирмы Гемокор, который, вот, собственно, слева изображен, а справа то, как можно оценивать скорость тромболизиса в кюветах миллиметровых. И вот здесь видно свойства наночастиц. Если вы обратите внимание на третью кювету, то там четко видно границу такую темную, видите ее, она там есть. Попытаюсь, рискну включить лазерную каску. Вот, соответственно, вот это вот не хочет. Не знаю, почему не хочет, ладно. Но вы видели, да, вот там осталась лазерная каска. Это, собственно, фронт движения наночастиц, которые идут и за собой тянут, естественно, ракиназную поверхность, и этот самый тромб лизирует. Если мы посмотрим, как это происходит в динамике, наверное, хорошо. То есть в этом эксперименте мы как раз... Не хочет переключать. В этом эксперименте как раз мы показали, во-первых, то, что ракиназа частично ингибируется гепарином, в том, что у нас наночастицы не ингибируются, ну и, в общем-то, скорость тромболизиса самая, получается, самая высокая из всех. Да. Каждую неделю у нас проходят групп-митинги, и вот это первый раз, когда презентация зависает с этого компьютера, стоит на этом проекторе. Ну, случается. Так. Ну, вот, соответственно, сейчас сразу запустится. Надеюсь. Да, это ускорение, по-моему, 8 раз. Соответственно, все, что белое, это тромб. А сверху, ну, соответственно, где черный, там тромба уже нет. И видно, что уракиназы, соответственно, ну, магнитные наночастицы с уракиназы растворяют тромб, ну, как минимум, где-то примерно в 2 раза быстрее, чем это делает чистая уракиназа. Причем здесь нет магнитного нацеливания. Эта система не проточная, то есть это статичная система, просто кювета. Вот. И, ну, здесь в меньшей степени видно, но, тем не менее, чистый гепарин, это UFH, то есть unfractioned гепарин, нефракционированный, потому что гепарин есть высокомолекулярный, низкомолекулярный. Ну вот здесь вот в частности не очень заметно, что ингибируют, но если там посчитать точность скорости, небольшой ингибирующий 10 гепарин на уракиназу есть. Это все, что касается инвитро исследований. Переходим теперь непосредственно к инвиво. Ну, препарат, который мы будем делать с вами, уже прошел весь цикл инвиво испытаний, как бы. То есть, начиная от специфической активности, заканчивая мутагенностью, генотоксичностью, аллергенностью и тому подобными вещами. В принципе, эксперимент делается достаточно просто. Он на крысах, на мышах, на кроликах, на морских свинках проводился. Но, в частности, на крысах, на общей сонной артерии делается искусственный тромб. Существует несколько моделей создания тромбоза в животных. Самый распространенный – это наложение хлорида железа и аскорбиновой кислоты, ну, типа ватного тампона, который приводит... Мы потом посмотрим даже, как это происходит, который приводит к образованию, ну, по факту, некроза. И он уже ведет к образованию тромба в артерии. Вот. То, что мы показали, это вот в этой табличке, что уракиназа примерно, вернее, наши наночастицы уракиназа примерно в 20 раз эффективнее по времени восстановления кровотока, чем обычная уракиназа. Это вот, к слову, о том, почему нельзя вводить. Можно вводить, но даже если вводить уракиназу и вот магнитные наночастицы все равно оказываются в 20 раз эффективнее. Более того,
кровоток они тоже восстанавливают в 4 раза лучше. То есть, если судить по скорости кровотока. Вот. То же самое касается гистологических изображений. Ну, это не особо как бы интересно, но тем не менее, если при введении уракиназа, там, скажем, есть какой-то огромный тромб, вот на картинке Б, да, то там, где у нас магнитные наночастицы, на картинке Е, там уже, соответственно, этого тромба такого нет, то есть там уже просвет больше. Вот. Важно, конечно, еще и накопление наночастиц в органах. Вот эти вот гистограммы, они сверху вниз показывают накопление в печени, в почках и в селезенке. Последний столбец – это 168 часов, то есть примерно где-то там, ну, плюс-минус через 7 дней весь магнетит выводится из организма. Это, ну, не столько выводится, сколько биотрансформируется в печени, потому что у нас есть разные всякие железосодержащие белки, ну, тот же самый гемоглобин. Магнетит чем еще выгоден, почему именно он? Потому что он один из двух, кто разрешен для внутривенного введения наравне с оксидом алюминия. То есть не вот силика, которая сейчас вот эти модные наночастицы, ни золото, ни платина никакая, ничего не разрешено для внутривенного введения. Поверхностные какие-то там повязки, еще что-то, да. Если мы говорим о исследовании инвиво каком-то предметном, то можно проводить эксперименты на животных, непосредственно наблюдая, как тромб образуется в организме. Значит, ну, в частности, это брыжейка крысы живой. Вот, соответственно, с наложением хлорида железа, как это выглядит. Вот, и то, как образуется тромб. Я думаю, что мало кто видел, как тромб образуется в организме. Соответственно, сосуд и все, что черное, сейчас вот это наложение куска хлорида железа, и видно, что это буквально, по-моему, чуть-чуть в 4 раза увеличено, видно, что сразу же образуется некроз, и, соответственно, тромб расползается дальше по сосуду. Здесь вот буквально вот в кончике, сейчас там он будет концентрирован, будет видно, как бьется кровоток в сосуде, и он, ну, вот. Ну, кто хочет, может потом посмотреть на монитор точно будет. Ну, вот здесь вот видно, вот в нижней части, в нижней бифуркации, видно, как тромб этот вот черный расползается дальше. То есть это мы тоже смотрели, как выглядит. Ну, я вам потом могу здесь показать, здесь просто реально монитор видно лучше. Вот. Если посмотреть это в картинках, то, собственно, видно, как это происходит. Там наверху подписано время, то есть наложение хлорида железа. И буквально через 2 минуты уже происходит полная окклюзия сосуда, то есть он полностью закрывается тромбом. Вот. Ну и, в общем-то, кровоток прекращается. Какие еще есть методы определения? Если мы обратимся к более детальному изучению внутренней структуры тромба, то здесь нам на помощь могут прийти методы флуоресцентной микроскопии. С конфокалами, с флуоресцентными микроскопами кто-нибудь работал здесь? Про флуоресценцию, принципы базовой флуоресценции. Знаете? Нормально. Ну, знаете. Пусть все так молчат, кого-то никто не знает. Ну, все знают отлично. В общем, следующее, что я вам покажу, это, соответственно, то, как происходит агрегация тромбоцитов, причем образование именно красного тромба, то есть он образовывается контактным путем из обычной свежевзятой крови. Контактный путь, напоминаю, это то, когда по факту тромбоциты катятся по поверхности, например, по коллагеновой, задерживаются, распластываются, агрегируют между собой и, соответственно, потом появляются вот эти вот фибриновые нити. Выглядит это следующим образом. Слева, соответственно, это просвет, просто обычное, ну, белое поле, так сказать, просто свет светит. Справа это, соответственно, флуоресценция. Ну, там подписано phase contrast, ну, или фазовый контраст. И флуоресценция. То есть, вот эти вот, что флуоресцируют? Флуоресцируют, по факту, тромбоциты, которые были покрашены митохондриальной краской. Сейчас вам еще раз запущу. То есть, видно, что тромбоциты летят, слепляются, задерживаются, объединяются в такие агрегаты. Ну и кровоток пока еще идет. Если мы посмотрим, как выглядит с другой этой стороны, слева, соответственно, флуоресценция тромбоцитов, справа флуоресценция именно нити фибрина. То, что ползает у нас слева, если вы обратите внимание, видите, там ползают такие штучки интересные, флуоресцирующие.
Эти интересные флуоресцирующие штучки, это не что иное, как нейтрофилы, которые там совершают поползновение вокруг умерших тромбоцитов. Значит, еще раз показываю, акцентирую внимание на правом изображении. Значит, фибриновые нити, флуоресцентно-меченые алексы, видно, как начинают растворяться. То есть мы вводим тромболитик, и вот эти вот фибриновые нити, они постепенно разрушаются. Вот вы видите, сейчас бах-бах-бах. Остались только вот эти вот одни, ну скажем так, центры изначального роста фибриновых нитей и агрегации вот этих тромбоцитов. Теперь самое интересное, если посмотреть, как это выглядит под микроскопом, как восстанавливается кровоток и как это завязано на растворении тромба, потому что это очень важно для интерпретации результатов, которые мы будем с вами получать. Значит, вот эти вот шарики такие, капельки, это эритроциты, которые застряли в тромбе. Как только у нас фибриновые нити растворяются, эритроциты полетели по потоку, тромб растворился. То есть происходит это очень-очень быстро, еще раз буквально. То есть тромб стоит, как только фибриновые нити справа растворяются, эритроциты тут же сразу начинают лететь. Тромб еще целиком раствориться не успел, то есть вот эти вот центры агрегации, они остаются, потому что это самые сложные для растворения участки, где фибрин уже переплетен, где не только фибрин, но еще и тромбоциты, если подождать подольше, да, они в каком-то смысле еще немножечко подрастворятся, но, тем не менее, не до конца. В общем, вот эти вот исследования, которые я вам сейчас вот последний показывал, мы делать не будем, то есть, потому что это очень долго все, но мы с вами синтезируем препарат, мы его охарактеризуем, собственно, всеми методами, ну, как там написано, то есть померяем сами наночастицы, как у них изменяется заряд, как они, у них изменяется размер, как выглядят они под микроскопом, вот. Ну и, соответственно, проверим их тромболитическую активность, плюс еще большая часть будет посвящена изучению цитотоксичности, потому что все это, конечно, очень хорошо, но если мы будем говорить о введении их куда-то в организм, наночастицы могут поглощаться. На этом все. Можно было бы еще дальше много чего рассказывать, но наночастицы могут поглощаться, в принципе, много еще где, в каких органах, и если они будут еще сами по себе токсичны, это тоже будут большие проблемы. То есть про токсичность наночастиц у нас будет для магистров еще в этом году курс, не один, наверное, вот, ну и много всего остального разного. Но это как тема для отдельной лекции. Так что если у вас какие-то вопросы теперь есть... Да.